Так, вот такой бальзам для губ. В таких вот шариках сделан, интересных таких. Тут сверху пленочка. Инструкция, состав, точнее, на английском тут написан. Это шарик Романтик. А, он так и называется полностью. Они все так называются. Вот этот розовенький с запахом персика. Вот, 10 грамм. Made in China написано, все культурно и красиво. Сейчас мы его откроем. О, откручивается. Такой вот шарик. Сейчас сниму. Ой, пахнет персиком хорошо. Еще бы на губы его попробовать. Кто попробует на губы? Вроде как вкус, запах точно персика есть, а вкуса вроде как и нету. Вот такой вот бальзам для губ.